Северсталь показала, что они хорошо играют, они должны попадать в плей-офф с такой игрой. Нам было сегодня очень тяжело, и в концовке чуть повезло, чуть больше, и... А так, равная игра. Как в роли капитана? Капитанской ошибкой? Да обычно, не знаю, ничего такого существенного не произошло. Просто в данный момент у нас ребята некоторые травмированы, и я капитан, и я рад, что меня назначили, и буду всячески помогать команде выигрывать. Больше ответственности чувствовалось? Да просто еще в своем родном городе всегда ответственность небольшая. Надо сыграть хорошо, постараться. Мы сегодня, в принципе, довольно-таки неплохо играли, но хочу отметить якобы Штепаныка. Блин, сегодня очень великолепно сыграл прям. Не дал нам заканчивать атаки голами. Когда играете в большинстве, у вас специальная бригада выходит по этому поводу? Ну, у нас, да, есть там две пятерки, которые разыгрывают большинство. Шестая победа подряд. В этом году вы не знаете пока поражений, да, календарно. Серия пошла хорошая. Да мы не загадываем, как что было дальше. Выходим на каждую игру и с огромной мотивацией пытаемся выиграть каждую игру и сыграть здорово на победу.